Рубрику представляет компания «Синегорье». Воспитанник тагильской школы хоккея, нападающий уфимского Салавата Юлаева Александр Радулов извинился за мат в интервью, которое он дал 5 марта после матча Кубка Гагарина с Акбарсом, сообщает официальный сайт клуба. Радулов резко отозвался о работниках Уфа-арены, обвинив их в том, что во время матча в холодильной установке подо льдом прорвало трубу. Нападающий назвал произошедшее русским колхозом и отметил, что возникшая пауза сыграла на руку Акбарсу. Салават проиграл матч со счетом 0-3, а в серии 1/8 финала Кубка Гагарина до 4 побед счет стал 3-1 в пользу Акбарса. В интервью официальному сайту клуба Радулов назвал свои высказывания непозволительными, отметив, что технические сложности – стечение обстоятельств, в котором никто не виноват. Интервью было сделано на эмоциях, отметил хоккеист. Напомню, перед началом третьего периода сотрудник Уфа-арены, устанавливая ворота, переусердствовал, просверлив лунку, пробил слой бетона, лежащий между льдом и холодильной установкой. На официальном сайте клуба сообщается, что последствия утечки полностью устранены. Труба восстановлена, а на месте аварии залит лед и нанесена разметка. О спорте на сегодня все. О самом важном и интересном мире спорта расскажу в понедельник в это же время. Александр Сальников, Егор Егошин, новости спорта, Тагил ТВ. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Синегорье», и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Синегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 12 07.